Продолжаем выпуск. Директорам школ урежут стимулирующие выплаты. Соответствующий закон был одобрен на заседании Комитета по социальной политике Саратовской областной думы. Согласно нововведению, части премии лишатся руководителей лицеев, гимназий и других образовательных учреждений. Целью принятия этого проекта стала оптимизация расходов. Специалисты отмечают, что заработная плата директоров школ складывается из трех средних зарплат учителей в каждом образовательном учреждении. И именно из этой суммы ранее начислялись так называемые стимулирующие выплаты. В размере 1% от зарплаты директора. Сейчас же премия сократится в половину. Стоит отметить, что таким решением областных депутатов остались недовольны профсоюзы педагогов. Их представители считают, что были нарушены статьи Трудового кодекса. По словам министра образования, нововведение принято в рамках закона, и такая оптимизация не сильно ударит по кошельку директоров, средняя заработная плата которых в региональном центре составляет около 70 тысяч рублей, а в школах области чуть меньше 50 тысяч. То, что связано конкретно с законом о снижении стимулирующего фонда и так называемого централизованного фонда для руководителей, он касается, еще раз повторяюсь, только директоров и уменьшает с 1% на 0,5%. Если говорить конкретно в номинальном значении, в рублях, то это самое максимальное потеряет наши директора 4,5 тысячи в месяц. Это нововведение позволит высвободить более 16 миллионов рублей в год. Сэкономленные деньги, по словам министра образования, планируют перенаправить в фонд заработной платы работников дошкольных учреждений региона.